ранит, товарищ. А что, там никакого отдыха не будет, что ли, мне? Я не понял. Я думал, будет какой-то отдых, там, сборка сил, подготовка к новой смене, инструктаж, пистолет. Фу, какая страшная собака. Закрой дверь! Надо закрывать дверь. Ты чего? Вы чё, ребятки? Вы же мне писали, что он не вылазит с самого начала. Он взял и вылез. Я не буду поднимать камеру. Эту закрою. А это мне заяц кнопки сломал. Я молодец. Так, а что с волком там? И волка нет вообще, нормально. Ведь только хотел нажать, ведь только хотел, падла, только что нажать. Думаю, сейчас волк прибежит. Вот чуяло что-то во мне. Вот это чуяло, оно сейчас прибежит. Волк возьмет, падла, и прибежит. Он взял и прибежал. Я не понимаю, почему курица самая блатная из них. Почему именно на курицу надо реагировать именно мгновенно? Почему не на медведя? Игра называется «Медведь». Фредди, мать его, медведь. Вот сейчас сработало. Отвечаю, сработало. Я тебе в пузо плюну. Плюну в пузо, будешь потом отмываться, а мою корчу не отмоешь, когда я злой. Я тебе серьезно говорю. До свидания. О, смотри! Старого Фредди нашел, этого золотого, желтого, зеленого, как его называют. Старый медведь стоит, ему насрать вообще-то меня. Он стоит, он какой-то дурной. Медведь, на. Прилет, собака. Беложопая. В смысле, он синий? Но жопа у него по-любому белая, потому что я им сейчас напарю ее, потом она будет красная, синяя, а потом атрофируется и отлетит. Тихо.